один остался со своими мыслями, а тебе наконец расстался и начал улыбаться вновь. Но когда тебя опять я вижу, чувства загораются, как спички снова загораются. Дай мне слово, слово, это все для нас не ново. Мы с тобой прошли этот сложный этап. Ты меня не искушай, мне и так трудно, так трудно. И очень одиноко, но уверен, я смогу продержаться. Ты, конечно, будешь мне мешать, логически мыслить запрещать и в соцсети классные фотки сливать. Это Евгений Флеймсон. Евгений Флеймсон, yeah. Что надо сделать, чтобы все-таки забыть тебя? Какую таблетку надо проглотить? Ты что за бред, я не могу понять, нет, нет. Какого черта ты в моем сознании засела? И не могу тебя я вычеркнуть и перечеркнуть. Нельзя так просто взять и сделать это. И все, блин, меняется, когда тебя я вижу вновь. Как будто стерли память мне и фениксом переродился я. Да-да-да-да. И вот я вышел на финальную прямую. Ау-е, я тебя не ревну. Flamesong, flamesong, flamesong. И как бы ты не пыталась мне мешать и заставлять ревновать,